Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас на блоге MoneyDay, блог о честном заработке в интернете. В данном видеоуроке мы поговорим на тему заработок на комментариях. Итак, собственно, хочу рассказать о лучших проектах, с помощью которых мы сможем зарабатывать на комментариях. Собственно, первый проект от Zavik. Здесь, значит, мы нажимаем «Зарегистрироваться». Если вы нашли данное видео на YouTube, то снизу в описании оставлю ссылку на данную страницу, перейдите и попадете на данную статью. Собственно, что здесь, как здесь будет проходить заработок? Здесь вы сможете писать комментариев просто большую-большую кучу. Просто кучу-прикучу. Очень много. Мы просто нажимаем «Отзывы», и здесь можно выбрать все, о чем вы хотите писать комментарии. Абсолютно все темы здесь есть, подтемы, то есть, ну, здесь просто невероятная куча различных тем. Вот, выбирайте все, о чем вы хотите писать. Также вы можете сами написать тему и выбрать для себя любую. Нажимаете написать отзыв, допустим, ну, там вот выбрали, о чем хотите писать, да, допустим, там вот авторизаторы там какие-нибудь, чем амортизаторы. Вот, и допустим, вот, и пишите здесь отзыв. Здесь платят каким образом? Здесь платят за 1000 просмотров вашего отзыва, платят 300 рублей, по-моему. Да, 300 рублей. Вот, вывод денег здесь на WebMoney. Отличный проект. Очень много людей на нем зарабатывают. Собственно, и вам советую. Вот, писать, говорю еще раз, можно о всем, чем угодно. Ну, собственно, следующий проект от Vega. Нажимаем «Зарегистрироваться». Здесь, значит, чтобы заработать на комментариях, здесь мы нажимаем «Работа». Вот, а после этого «Поиск работы», и там будет рубрики, и вы нажимаете «Копирайтинг». И там очень много различных заданий по копирайтингу. Копирайтинг – это, ну, как бы написание статей за деньги. Вот, но мы говорим о комментариях. Все начинают, кстати, с комментариев, потом на данном проекте переходят уже на более серьезный уровень и начинают писать статьи и продавать их. Но здесь очень много заданий по комментариям, поэтому советую именно данный проект. Здесь очень много платят за это, кстати, могут заплатить и даже 50 центов и доллар, смотря какой комментарий и сколько их нужно. Вот, а это весомая сумма. Вот, ну, как бы следующий проект QComment. Проект задействован для комментариев и социальных сетей. Здесь можно зарабатывать как в социальных сетях, так и на комментариях. Вот, здесь, собственно, мы видим, это касается, что социальных сетей, дабы, ну, чтобы зарабатывать здесь на комментариях, вам необходимо сдать экзамен. Вы нажимаете «Сдать экзамен» и сдаете. Ну, вам нужно будет написать какое-то предложение, дабы проверили модераторы вашу грамотность и, собственно, уникальность вашего комментария. Ну, что вы его ниоткуда не скопировали и тупо не вставили. Ну, как бы это нормально. Проверяют ваш экзамен, и все, после этого вы, когда сдадите его, можете начинать зарабатывать на комментариях. Следующий проект SEO Sprint. Нажимаете «Зарегистрироваться». Здесь, значит, не так много таких заданий. Но здесь слева будет задание. Вот. И справа можно будет выбрать категорию. Вот. И, собственно, можно будет выполнять задания. Ну, повторюсь, на SEO Sprint их не так много. Ну, вообще, советую, конечно же, все-таки первый проект от Zavik, так как здесь самое больше можно писать комментариев. Вот, от Vega тоже неплохо. Ну, собственно, чем ниже проекта, уже тем они менее популярны. Вот, ну и последний TurboText. Здесь то же самое, нужно сдать экзамен перед тем, как начать зарабатывать. Вот, собственно, такие вот проекты. Ну, если еще круче зарабатывать, ну, только если будете успевать, конечно, советую зарегистрироваться, допустим, на двух проектах, на трех, и посмотреть для себя, на каком у вас больше получается, на каком выходит больше денег и так далее. И на том уже конкретно оставаться и зарабатывать.
Вот, собственно, в среднем, если вы будете уделять 4-5 часов в день, можно зарабатывать $250-$300. Вот, но не сразу. Естественно, не сразу. Сначала вам нужно набить руку, понять, как это все работает, и тогда уже вы сможете зарабатывать такую сумму. Вот, ну, собственно, это все, что я хотел рассказать. Напомню, что ссылка под этим видео, если нашли на YouTube. Также с левой стороны можете почитать об остальных видах заработка, на написание статей, бесплатный бонус можно получать каждый день, заработок в социальных сетях, заработок на кликах, на вводе капчи, на играх, опросы за деньги, на партнерских программах, на рекламе, на фотографиях, на рекламе. Только то на просмотре рекламы, а это просто заработок на рекламе, заработок на группе, на файлообменниках, фрилансером. Короче, очень много различных видов заработков. На этом все. Удачи вам. Всего доброго.